У Молдовы есть только один план – интеграция в Европейский Союз, и это основная цель нашей страны. Об этом заявил премьер-министр Павел Филипп после встречи с комиссаром ЕС по региональной политике Кариной Крецу, находящейся с визитом в нашей стране. Каждая встреча и визит европейских официальных лиц в нашу страну говорит нам о том, что отношения между Молдовой и Евросоюзом становятся все более комплексными. Нам нужен открытый и конструктивный диалог для успешного проведения реформ на благо граждан. В свою очередь Карина Крецу подчеркнула, что действия Республики Молдова на пути реформ и модернизации страны получили признание в Брюсселе. «Мы здесь, чтобы помогать и работать вместе, чтобы сосредоточиться на внедрении реформ в таких ключевых секторах, как экономическое развитие, создание рабочих мест, улучшение бизнес-среды, энергетическая сфера, юстиция и построение правового государства. Мы хотим оставаться сильным партнером для развития страны в том, что касается и регионального развития». Еврочиновник также добавила, что есть много проектов, предоставляющих общий интерес по обе стороны границы. Среди них образование, исследования, культурное наследие, безопасность граждан. Это, по словам Крецу, поможет создать в Молдове более 20 000 рабочих мест.